Экономика Германии набирает скорость, а евро крепнет. Улучшение показателей отмечается на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и продолжающейся вакцинации населения. Биткоин все еще приходит в себя после недавнего обвала. Покупатели перегруппировались и готовы к новому наступлению. Золото продолжает консолидацию в диапазоне. Точек роста по-прежнему мало, а если американская статистика вечером выйдет положительной, их не останется вообще. Нефть готова в очередной раз обновить максимумы на фоне ожиданий по спросу и данных о сокращении запасов в США.